поросятам. Сейчас запарится. Эти уже идут. У меня тыква не резиновая. Стоят, виляют хвостиками своими. Не едят уже ничего, ждут тыкву. Пацаны, пацаны, все, Рушан, все сыты, все довольны. Всем привет. У нас 6 утра. Мы вот решили заняться. Свинарник закрыть. Все щели, чтобы не дуло нигде. Возняка, чтобы не было. Да, интересно было, как правильно, свинарник или свинник? Свинарник. Я слышала, как вот говорят люди, свинарник. У нас дома свинарник. Сейчас надо будет их выгнать туда, Рушан, на улицу. И я уберу внутри и подстилку им сделаем. Это уже ночами прохладно стало. Вот я по температуре смотрю. Да и утром тут выходишь. Ну да, не жарко. Этот все игрулькин. Никак не достанешь, да, патриот? Желудь, да. Так, ну-ка. А ну оно тебе надо. Ну что она тебе вот делает, а? Стоит себе и стоит. Облизывается. Скажи, съел бы, да? Патрик, курочку хочешь? Курочку хочет. Скажи, был бы на воле, у вас бы ни одной курицы не было, да? Ой, они еще дерутся. Она его клюнула. Че, выгнал? Да, они сами вышли. А, отлично, я все это открою. Все, сейчас буду чистить. Здесь хотя, в принципе, и не грязно. Они вообще у нас молодцы, смотри, Руш. Слышишь? А? Я говорю, они у нас вообще молодцы. На улице как это? Ага. А здесь чисто, единственное, мокро, то, что они воду постоянно разливают. Ну, да, как бы от этого избавиться. Тяпочка, выгребся немножко. Говорят, кирпич положить на дно. Чтобы они переворачивали? Да. Камень, кирпич. Я думаю, Серёна хватит его перевернуть. Кирпич. Я тоже думаю, что хватит силам перевернуть. Они, если миску, она тяжелая, не переворачивают. Да, миска очень тяжелая. Я как не переверну, не приду она к вертормашками. Погода сегодня радует. Горки. Как не налью им воды чистой. Рушан, смотри на него. Он стоит там внутри. Они вот лапы моют. Сначала покупаются, а потом уже начинают пить. Типа. Ага. Лапы моют. Хорошая пленка, ее, допустим, этот. Вот я степлером пробил, потом думаю, мне надо перечинить, попробовал оторвать. Вот. А она не рвется, если, допустим, обычную пленку раз ее. Ну, ее по 25 рублей, да, брали за метр. О, командиры, разорались, как же так? Кристин, ты им тыквы, да, и они подойдут к тебе. Они уже ничего не едят, кроме тыквы, представляешь? А тыква не резиновая, она имеет смысл заканчиваться. Одна тыква тоже не вариант, конечно. Ну да.
А там кто-то бегает постоянно, они то играются, либо играют просто. Шкодник такой. Вот шкодная собака. Знаешь, что хотела сказать? Ау. Устроили свинарник. Да нет, смотри, вот совсем ничего. Единственное, вот раскидали. Ну потому что вы постоянно убираете. Морковку, вот это все такое. Душан, надо что-то для воды придумать побольше корыта, потому что они растут, им уже мало будет. А как мы ходим вот это вот через каждые 10 минут, и меняем воду, это не вариант. Я потом отсюда лопатой все и в эту... Тачку. Тачку, ага. А, они эти поросятки забили в загончике в том своем. Ага, очень удобно. А может быть грабли? Не-не-не, неудобно мне почему-то. Вот очень удобная, смотри, она жесткая. Ой, у пацанов что творится, а? Ой, что творится? Сегодня у нас субботник. Сегодня у нас суббота? У нас субботник, да? Мы сегодня тоже будем субботник. Да? Мы сегодня буду... тоже, наверное, пойдем. Я на поле. Я буду палисадник жечь. Мне тоже надо будет сегодня много убирать. Жечь. Убрать. О, такая сегодня куча. Не ветрено, как раз хорошая погода. Да, здесь такую погоду трудно, да, поймать? Да. Без ветров. Патрик, ты зачем его за хвост хватаешь? А, пуленка обивается. Так, как же мне сделать? Она мелкая. Нужно вот ведро дать. Она мелкая, не надо ведро. А, здесь желуди. Все заняты делом, только я одна. Ну я тебя попросила поснимать, а кто меня будет снимать? Я а я больше ничего не хочу делать. Я еще не проснулась немного. Ну да, время только 6:30. Я поздно сейчас... вчера легла. Так, куда уже звонили? Да ты вот так кучка насыпь, они сами там себе сделают. Вчера звонила... знакомая, и она рассказывала, как у них в Сибири держат свиней. Они выкапывают просто яму, и яму засыпают опилками. Угу. И они, короче, там балдеют. Здорово, если бы мы знали, можно было просто так придумать. Но единственное, они постоянно воду разливают. Там бы было бы болото, а не яма. Они бы вообще были грязные, скажи. Все мокрые и грязные. Сейчас это солома? Будет по всему это, свинарнику. И вот все вытаскивает. Мы уже пробовали. Им либо жарко еще, либо что. Ну, потому что у нас свинарник, у нас пол деревянный, не бетонный. Им не холодно. Потому что мы уже пробовали как-то. Бросили. А они тут давай все раскидывать. Вот так у нас дверь закрыта. Отсюда вся солома торчала. Еще? Да. Че, Рушан, получается? Получается.
не такая плотная. Это вы у нас покупали, да, в Сороке? Нет, это в доме. А, подожди. А, это в Сороке. В Сороке, да. Я думаю, хватит им, да? Угу. Сейчас все равно, я говорю, по всему садику. Понаблюдаем просто. Все, выпускай быков. Смотри, чтобы они не выбежали, окей? Блин. Чего они какие большие? А нет, я вам еще ничего не приготовила, остывай. Они еще маленькие, им еще поиграться. Все, копыли, я пошла отсюда, да, я выйду. Копай, да? Ой, солнце такое. Вот эту? Да, не знаю. Я сняла уже. Она тебе нужна, что ли? Ну, прямо пригодится. А, в плане, что она здесь просто висит, мешает. Да, да. Ой. Я ящик разобрала его мечами. Ой, он отвалился. Дай-ка с меня вот эту штуку. Нет, столбик. Вот это. Надо, подожди, нет. А, здесь железная сетка. Подожди, Кристина, я хоть в перчатках. Вот так. Нет, я тоже. Вот этот крючок вот сюда. И последний вот этот крючок убирай. О. С чем она? Кашками. Ну да. Шерушан, мы сегодня завтракать будем, нет? У нас сперва мы управляемся, ну, накормим всех, а потом только идем завтракать. И что ты сегодня увлеклись работать? Дай мне нож, пожалуйста. Они у нас самые последние, потому что они остывают. Ну что вам? Посмотри на собак. Патрик, Макс, ну вы что такие смешные? Они им там весело. Вдвоем. Они, знаешь, как балдеют. Им хорошо вдвоем, да? Они нашли друг друга.
Да, степер. У кого как проходит утро, пишите обычно. Ты против солнца стоишь. Ну так, не буду, да, затрагивать, потому что все равно будет солома сыпаться. Давай ему желуди кину. А я придут есть. Кину, посмотрю. Я не вижу. Много не кидают, а почему желуди в обед их ему не дают? Я хочу. Вот так. Чуть-чуть. А ты что облизываешься? Тебе не дам. Что, они ушли от своих этих? На. Хватит. Ты что, творили, да? Не едят. А, они их раскусывают. Почему, интересно? Ну ладно тебе, уходи. Нюша, нельзя. Нет, все. Иду. Ну я знаю, сейчас все будут возле тебя. Вот идут. Первый пошел, второй, третий, пятый, десятый. Ой, любитель. Ой, идут, смотри на них. Дай мне. Идут, идут. Ой, мам. Да, они сейчас вот эти, они вообще. Хотя они только что покушали корм. Ты какого не любишь? Нет, они не покушают корм, они мягкие любят. Поэтому я кольцами вот так раскидываю. Если пополам разрезать тыкву, тут куры на одну половину нападают, на вторую половину тут куры нападают. У тебя там не достается. Смотри. Ну все, напали, видишь? А кому-то не достается. У меня есть мультик уже резиновый. Цыплятам надо подальше кинуть. А вот все. Чем не нравится плёнка? Так, Няша, ты мне не выделывайся. Она ей прям грызёт зубами, Рушан. А, не может. Ну, сможет. Нельзя. А это за ней повторяется. Повторюша, блин. Все? Че, здесь пытаются до меня достать? Да, они вон, если они мне, блин. Хватают, блин, грызть начинают. Вышли командиры.
спрячься, спрячься, спрячься. Пойдем до речки прогуляемся. Да что ж вы не идете туда? Как будто бы, да, дверь закрыта. За дверью тварь. Нет. Что такое? В чем проблема? Выходим на выход. Выводите своих детей на прогулку, правильно. Пошли. Постой. Ага. Там дядь Коля идет. Смеяться будет. Ага. Вон он идет, голубенький. А, машет. Камера далеко передает, а на самом деле недалеко. Что-то камера так далеко передает. Давай, пошли. С речки, наверное, идет. Вон. Рыбу поймал. Одна? Здорово. Так, гуси, чтоб тоже сейчас рыбу наловили нам на уху. Давай, давай, давай. Топай, 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 топай. Одних выпустить не можем, здесь еще у людей капуста, видите? Вон там капуста. Давай. У нас капуста. Еще у всех капуста. Они начнут же тут ходить, поедать. С той стороны гони. Они, короче, пока поле прошли, грязные такие стали, пыльные. Не, это, конечно, не есть прикольно, да, столько проходить с ними. Они уже сами устали. Да, сами. Если бы они сами бы шли. Так, не близко. О, люцерна. О, люцерна. А, еще ее не нарвешь. Я тут с ведрами буду сейчас для свиньи собирать траву. Сейчас они там... Пощипают, немножко передохнут. Давай, 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 давай. Меня больше не обманете. Давайте гуськом, гуськом, друг за другом. Ну это не хотят, вы посмотрите, а. Давайте, давайте. Что стоим? Что за пробка? Давай, давай, давай. Пошли. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Молодцы, давай, давай. Прямо, 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 прямо. А вот это что за трава, Рушан? Эти не будут есть? Не знаю. Синие. Не знаю. Что говорит, представляете? Все, они сказали, я его домой пошли, ничего не знаю. Шушан, ну, вот так. В вашу речку. Ага, все, пошли, смотрите, собрались и все. Пошли домой. Не хотят они купаться. Рушан, они ушли.
Ну что, давай это. Мы покупаемся. Мы покупаемся, да. Реально, смотрите, гуськом. Иногда мы пред. Видишь, там кто-то кричат. Сейчас смотри, какая смесь. Ой, здесь комбикорм заварила. А, потом тыква, морковь, сладкая свекла, трава и люцерна, и еще вот эти, как они называются, петушки, да? Я сама придумала. Нет, это... Руш, а как эта трава называется? Я ее петушком назвала. Это камыш. Это не камыш, Рушан, далеко. На берегу это? Нет, Рушан, я не на берегу урвала. Рушан, короче, тоже не... Пырей, да. Вот, репей, говорю. У тебя хоть репей, а у меня, блин, вообще петушок какой-то. А. Комбико... А, премиум. Ой. Премикс. Витамино-минеральный комплекс добавляем. В каждый корм. Хоть чуть-чуть. Достаточно. Его надолго хватает. Ему сказали, по чуть-чуть давать. И, кстати, глистогоним мы собак и кошек не каждый месяц. Мы каждый месяц глистогоним свиней. Кошек, просто собак. Просто 1 числа мы глистогоним. Кошек, собак нужно раз в 3 месяца. Да, мы просто глистогоним 1 числа животных. А, естественно, собак, кошек раз в 3 месяца. Патриков всегда там ищет. Ты не сможешь, да, понести это? Давай, я смогу. Ой, у тебя просто. Максик, такой умненький мальчик. Рушана, телега свободна? Мне нужно вот здесь просто убирать. Так, так! Это что-то тяжелое какое-то. Сейчас они аккуратно. Нет, Нюша, уходи. Уходи, я сказала. Нету ничего еще. Нету. Давай лопатку. Если вы мне не дадите сейчас вывалить вам, вы останетесь голодными. Пока. Лопатку присыпь. Ешьте, ешьте, вкусно. Днем еще жарко, мы даем сухой. А вечером и утром, ну вот, кормим наших любимых Нюшечку и Няшечку, да? А я когда их кормила, я не заходила, я вот сюда сыпала. Сухой ты сыпала? Нет. Жидкий? Нельзя. Но я думаю, не сможем знала. Помыть. Ну я вот не это знала. Мы сможем помыть, а кто-то нет. Да, сухой только сыпем. Я боялась. Ты видишь, сухой есть, они плохо его едят. Я боялась заходить к ним. Так, пацаны. Они не кусаются, Кристина. Я боялась, что не выскочат. Насколько я трусливая, я их уже не боюсь. Ой, как они утрясают. Сейчас я еще и воды поменяю. И все. Да, вот так вот мы их кидаем. Они доклюют куры. О. Это создается бардак, но в тот же момент они видят, что съедают. Хоть эти бури прошли. Прям так хорошо стало. Да? А? Я говорю, бури прошли, так хорошо стало. Да не говори. У меня я сегодня даже вещи постирала вчера. Оставила их на ночь. Даже не стала убирать, я посмотрела вечером нормально все. И вот у меня сейчас хорошо там все просохнет. Вот, и это все такое. А, воды набрать. Блин, ну там ведро это, конечно, не нужно. Для воды. Все, они обнетают, да? Просто да пока оставь, побольше поменяешь. Для сухого. Неохота его мочить.
У нас с ведрами что-то постоянно, блин. Проблема. Нехватка. Я вот это ведро. Это... Женщинам таскать тяжелое, мне нельзя. Мне вот для меня вот эти ведра самотом. Потому что тяжести тоже, я как заметила, я начала таскать полными ведрами, большими. Начал мне живота болеть, все равно. Как-никак, я лучше пройду здесь раз, но здоровье важнее. Они там вот маленькие так... цыплята у гусят. А, все, освободил, спасибо. Вода. Она и не дает. Обойди с этой стороны, Няша. Там и морковка, видишь? Точно свинья. Она туда и копытами залезла. Ну ты с этой стороны, Няша. Ты, посмотри, какая, а? И надо, наверное, разные кормушки. Ты посмотри, что творит. Но! Нюша! Боится подходить, смотри, что. Няша, иди с этой стороны. Ну, а что, она не может с этой стороны подойти? Я не знаю. Не могу понять. Вроде бы семья, свинья упряма, как ослица. Они вообще две сестры. С одного потомства. Почему мы с тобой такие дружные, а они такие вредные? Ну, мы за еду, допустим, не деремся. Я стал купать. По последнему. Как старшенькая, младшенькая. Подержи, пожалуйста. Да, я ступаю. Хорошо, ну принеси, пожалуйста, мне это, лопату. А где лопата? Пацаны едят. Ой, сейчас закупим, да? А ее все равно точить ну, надо. Надо что-то думать, да, наверное, разные эти. Ты посмотри, а? Не дает? Смотри, что творит. Ты видала? Хотя светленькая, да, няшка? Она поплотнее такая. Вот. Рушан, кормушки надо разные делать. Не дает, ну не дает она ей. Так, она все поест, у нее отгодится. Смотри, она всеми копытами туда залезла, а эта бедная. Всем приятного аппетита, кто кушает. А мы сегодня пойдем завтракать или нет? Да, пойдем. Время, наверное, уже ближе к 9. Я вчера землю таскала, кидала. Угу. Вот этой пылью надышалась снова. И вот видишь, закладывает постоянно. Вот это хорошо, знаешь, куда-то вот в огород. Чтобы а оно у нас там яма есть. Перегнило, где чтобы. Где все перегнивает. У нас в конце огорода там мы создали яму. У нас туда мы вот это все свозим. И там все перегнивает у нас. Рушан выкопал яму большую. Подожди, сейчас, чтобы мне не пачкать башмаки. Мне
лает траву. Нет, она клевая. А что с ней вообще произошло? Она так отстоялась просто. А куры у нас убегают вон в огород. Здесь, в саду, рядом, они почему-то как-то перелазят, вылазят. И там им травы достаточно. Постоянно гоняем, загоняем. А вы во сколько поедете в Павловске? Сейчас мы позавтракаем и поедем. А может быть это, заедем на почту, заберем посылку. Давай. И потом закинете до дома и поедете в Павловску. А потом приедете, отвезете меня в дом. Ладно? Ладно. Получится у вас? Да, давай. Так, давай сейчас сюда. Рушан, завтракать пойдем? Да, кашу не хочешь? Нет. А чё? Чай хочу. Чай просто? Да, кофе. Кофе? Все? Ну, твое дело будет выистить, да? В яму. Смотри на утенок. Чё с ним? Да вон он. Вон он, детка. Это ладно, этот ест, а эти все в ведре сидели. Ну да, иной раз как насмотришься на них, замрешь, станешь и улыбаешься. Ну все, на сегодня все. Не, на сегодня не все. Ну в плане все. Все. Я видео заканчиваю, у меня батарейка садится. Все, пока. Пока-пока.